Имейте в виду, подполковник, если капитан в ближайшее время не будет найден, вы ответите головой. Я уже доложила руководству, что капитан Шварцбрук готов вылететь в 2 часа ночи. Отвечать придется вместе. Докладывайте, что вы сделали. Покинув квартиру, капитан Шварцбрук мог отправиться в Берлин только на попутной машине. По дороге есть контрольный пункт, который регистрирует весь проходящий транспорт. Вот список. Что же вы предприняли дальше? Из 12 машин я проверил 4. Меня вызвали в тот момент, когда я почти нашел 5-ю. Прошу разрешения продолжать поиск. Так вы будете возиться несколько дней. Вы, конечно, проверяли машины по порядку. А что вы думаете по поводу машин фирмы «Братья Заукль», «Кабаре Каскад» и фирмы «Нектар»? Кабаре исключено. Полагаю, нужно ехать в гараж «Братьев Заукль», потом фирма «Нектар». И это говорит офицер-разведчик. Когда я служил в гамбургской полиции, я не взял бы вас в рядовые агенты. Фрау Крэмер, попрошу вас съездить в кабаре «Каскад». Прошу вашего разрешения сопровождать фрау Крэмер. Отправляйтесь. И заодно поучитесь работать. Слушаюсь. Фрау Крэмер была в гамбургской полиции лучшим инспектором. Я говорил вам, фрау Крэмер, что навряд ли мы найдем здесь капитана Шварцбрука. Вы плохо знаете людей, Лебель. В свое время, еще при Гайдрихе, я работала в салоне Кити. Там бывали люди позначительнее этого капитана. А потом он идет на более рискованное дело. Прошу. Марш отсюда.